tum, kita taka tum, kai kai yu tum, tum, kita taka tum, hit tum, kita taka tay, tak tay, kita taka tum, hit tum, kita taka tay, tak tay, kita taka tum, hit ta tay, tak tay tum, hit ta tay, tak tay tum, hit ta tay, tak tay tum, hit ta tay.Красными браслетами, издающими божественные звуки во время танца. Святые, демоны и боги, Брахмы и Вишну поклоняются ему. О, Натеша, танцующий свой тандов, украшенный тигровой шкурой, с трезубцем в могучей руке, восседающий на преданном Бакенанде. Слава тебе, царю музыки и танца, украшенному солнцем и луной, господину 3000 дикшитаров Чидамбарама, издающими победный рокот барабаном Дамару. Ready?
Tik bu biri bunu bu tarzikta Bu tarzikta sinmez son gafıkta Dinda dindan Tarda bana mudi cana Sagala sura sura Sannu da bada Kinkini can can Jana 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 Nupura Шабдом. Автором этой танцевальной композиции является одна из самых последних девадаси, храмовых танцовщиц Майлапур Гаури Аммал. Этот танец воспевает божественную мелодию, которую играет сам юный бог Кришна на своей волшебной флейте. Прекрасный Кришна играет на своей волшебной флейте в тайне от всех пастухов, матери Яшоды и отца Нанды, чтобы похитить сердца юных девушек Вриндавана. Он тайно пробирается к дому, когда никто не видит, и выбивает сливки, радуясь, что никто не заметил его озорства. Его прекрасные кудри танцуют на ветру, и светится от счастья дивный лик. Робкие вани, заслышав волшебную мелодию, замирают, забыв обо всем на свете, когда Кришна играет на флейте.
Его мягкие нежные пальцы касаются флейты, а изящные брови вздымаются в такт мелодии. О прекрасный Кришна, поднявший гору Говардхану, чтобы спасти от ливня жителей Вриндавана, юные гопи украшают себя и стремятся к тебе, о воплощении великого Вишну. Приянка Кумар. Thank you.
மோகம் உள்ளோடி வேகமாய் வர
Блаженством, наполняющий весь мир, танец твоих лотосных стоп я созерцаю. Тем, как ты благословляешь все человечество божественным танцем своих стоп, подобных лепесткам лотоса, я наслаждаюсь. Как в твоем танце разные ритмы рождаются. Я восхищаюсь. Однажды, во время великого пахтания, боги и демоны в великом страхе к твоим стопам припали, прося о помощи. И ты, собрав весь яд, проглотил его. О Господь, твоего могучего тела прекрасным движением Нанди своими руками аккомпанирует на мриданге. Под ритмичные удары той мриданги твои божественные стопы танцуют, вызывая блаженство. Однажды полчища демонов содрогнулись, увидев в твоей руке грозный барабан Дамару. Аккомпанируя себе этим Дамару, прекрасный свой тандов танцую, ты согреваешь мою душу. Когда ты едешь верхом на Нанди, его хвост покачивается вправо и влево. Этот могучий хвост напоминает изогнутую бровь. О Господь, отбивающий божественные ритмы! Твое чело увенчано полумесяцем. В твоих тугих локонах прекрасная ганга танцует вместе с тобой, повторяя твои движения. Однажды вамана, всего лишь три шага
земли попросил у Бали Махараджа, приняв исполинский облик, первым шагом ты покрыл всю землю, вторым шагом ты проткнул небеса, и Ганга хлынула мощным потоком, грозя всему живому на земле. О ты, о Шива, ты укротил непокорную Гангу, завязав ее в тугой узел. Исполняют Мария Жильцова, Алевтина Горчакова и Мария Бирюлина. Thank you.
Nothing.
Thank you.
பிறந்திட கண்டே
вашему вниманию мы представим Панчакшару Стотрам, гимн, который был написан великим Ади Шанкарачарьей. Этот гимн часто исполняется в ведических ритуалах и считается необычайно благоприятным. Он прославляет великую Панчакшара мантру, пятислоговую мантру Ом Намах Шивая, которая является воплощением Бога Шивы. О Господь, Ты словно гирлянду носишь на себе короля змей. Трехокий, Твое тело украшено толстым слоем пепла. Вечный и чистый. Тебе поклоняются водами реки Мандакини. Умощенный сандаловой пастой. Господин Нанди, призраков и духов. О Всевышний Господь, Тебе поклоняются цветами мандара. Лотосный лик матери Гаури расцветает при виде Тебя, подобно солнцу. О разрушитель жертвоприношения Дакши, о синегорлый, Твоим символом на флаге является бык. Ты почитаем великими святыми Васиштхой, Агастьей и Гаутамой, а также богами. О венец Вселенной, в трех глазах Твоих луна, солнце и огонь. Ты принимаешь форму Якши. Твои волосы развиваются. В своих руках ты держишь лук пинаку. Ты вечный, сияющий Бог, облаченный в 8 направлений света. Тот, кто повторяет священную мантру Панчакшара Стотру, достигает божественной обители Господа Шивы. Исполняют Зоя Смирнова, Елена Слепушкина и Наталья Федорова. Нагендрадая, Трилочарая.
Yeah.
ചാക്ഷരമിതം പുണ്യം യപ്പടേക്ഷിപസന്നിതം ശിവലോകമവാപ്നോതി Рассказывается приготовление бога Шивы к свадебному обряду с богиней Парвати. Текст для этого танца был взят из известной поэмы Калидаса «Кумара Сандавам» или «Рождение Кумары». Однажды на горе Кайлас, согласно древним традициям, праздничное облачение семью женами мудрецов с великим почтением были предложены жениху. Мгновенно устрашающий образ Шивы изменился. Лишь только он коснулся даров, его тигровая шкура из нежной любви к своей невесте превратилась в сияющие одежды новобрачного. Зола превратилась в благовонный бальзам, а гирлянды из черепов и полумесяц в золотую прекрасную кайму. На превращенных из слоновой шкуры шелковых доти. Зрачок его третьего глаза в форме трезубца в центре лба, сияющий золотом, становится знаком из Хариталы, тилоком новобрачного. Змеи, овивающие могучее тело Шивы, превращаются в золотые украшения, излучающее сияние. Исполняют Мария Бирюлина, Елена Слепушкина, Елена Гришкова и Наталья Федотова. कुहेरशैले तत्पूर्वपाणिः ग्रहणानुरूपं प्रसाधनं मातृभिः आदृताभिः न्यस्तपुरस्तात् पुरशासनस्य तद्गौरवान् मण्डल मण्डन श्रीः सापस्पृशे केवलम् ईश्वरे Jump, 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 jump
Защитник
и покровитель всех живых существ. О Господь, 10 раз Ты воплощался на земле в образе рыбы, черепахи, кабана, полулюба, получеловека, карлика, брахманы, кшатрия с топором, рамы, баларамы с плугом, кришны и калки, в образе которого ты явишься в конце мира. О Господь, во времена тирании царя демонов Махабали, вняв мольбам полубогов о помощи, ты явился в этот мир в образе карлика Брахманы. Ты предстал перед Махабали, раздающим дары во время великого жертвоприношения, и спросив у него всего лишь 3 шага земли, без труда получил ты согласие на столь ничтожный дар. Приняв исполинский облик, первым шагом ты покрыл землю, вторым — небеса. О, Бали, куда ступить мне в 3-й раз? В ответ царь демонов склонил голову для твоего 3-го шага. Сломив гордыню Махабали, ты обратил его, великого святого, в образе курмы черепахи. Ты поднял гору Мандру из пучин молочного океана. О всемогущий! Тебя неустанно восхваляет Индра и другие полубоги, величие которых не сравнится с твоим. Твои божественные игры, лилы, открывают твою истинную космическую сущность. Исполняют Мария Жильцова и Алевтина Горчакова. Oh,
Танцевал в серебряном зале храма в священном городе Мадурай. Он танцевал, и вся вселенная содрогалась от танца и музыки, которую исполняли боги, аккомпанируя космическому танцору. Исполняют Алевтина Горчакова, Мария Бирюльна, Елена Слепушкина, Елена Гришкова и Наталья Федотова. Субтитры сделал DimaTorzok
Давай.
С этим героем. Зачем так много говорить о той женщине, в доме которой он постоянно проводит время, наслаждаясь ее игрой на вине, пронзенная стрелами бога любви Монмотель. В страдании я написала письмо и отправила его с девушкой посыльной, чтобы та скорее нашла его и привела ко мне. Но ей было сказано пойти прочь. О, с меня хватит таких с ним отношений. Парида мани, алла вани, пунду, чалу.
பரிதாமணி அலவாணி பொந்து зажигательную тилану, в которой различные движения, переплетающиеся между собой, красивые позы, пируэты, прыжки создают эффектный танец, напоминающий движение ожившей скульптуры. В конце танца будет исполнен стих, в котором автор обращается к Богу Вишну. «О Падманабха, как мне забыть твои лилы? Пожалуйста, приди и избавь меня от страданий и наполни мое сердце безграничным счастьем». Ита двани кута кади на тркита то на чираге горита дита дита дира дуту. Thank you.
तुम्हारी दीना क्या कहूँ
Еще раз вам огромное спасибо. Надеюсь, до следующих встреч. Спасибо, без кого бы не состоялся этот концерт, это наша руководительница Ирина Скоростенская. Давайте ей поаплодируем. Спасибо вам, Ирина, огромное за все. Спасибо. И еще я бы хотела объявить, что у нас сегодня среди выступающих именинница Елена Слепушкина. Мы от всей души. Рада слышать знакомые голоса, знакомые лица, и очень приятно. Спасибо еще организаторам этого прекрасного мероприятия, вот Ирина, естественно, и директорату этого заведения, что предоставили нам этот зал и позволили выступить. Спасибо. Ирина является бывшей студенткой этого института, поэтому такая яростная, горячая поддержка от ее коллег, соратников, может быть, бывших студентов. Спасибо вам большое. Вакретунда Махакая Сурья Коти Самапрабха Нирви
Da.